наконец-то поймали медянку обыкновенную, красная книга Украины, сколько лет искали. И вот самку шли просто в норе. Сидела, я достал, она даже не поняла, что мы поймали. Редкая змея, вот уже года 4 ходим, и ни разу не могли найти, хотя говорили люди, что видели. Ну вот, есть доказательства, что краснокнижный вид еще есть. Она не сильно агрессивная, да, она немного может бросаться, но опа, вот такая вот самка, тихо, красавица. Можешь ближе прибавить, чтобы увидеть ее расцветку. Она похожа очень сильно, ну не сильно, но для людей, кто не знает, на гадюку ядовитую. Но она не ядовитая. Редкая змея. Питается ящерицами. Тут как раз на этом месте мы видели много ящериц. Вот такая вот самка. Самка вот видно по хвосту у нее. Вот тоненький хвостик, потом туловище толстое начинается. И красивая расцветка.